Это за защиту. Мои барыги будут работать на твоих точках. И не смей даже пальцем их тронуть. Иначе очень сильно пожалеешь. Жан-Мишель опасный человек. Идти против него не надо. Ты отравы не будет на наших точках. От наркоты одни проблемы. Я же запретил торговать. Я не знал. Да как этот вонючий иммигрант посмел попереть против меня? Он убил моего друга. Если нужна будет помощь, обращайся. Иди к маме, сынок. А папа приедет? Приедет, папа. Да этот чечен, поджав хвост, сбежал из страны. В полиции утверждают, что установили личность убийцы. Как с полицией проблему решим, это гнида. Жан-Мишель ответит за все сполна. Ислам мертв. Если ты не успокоишься, твоя семья следующая на очереди. Если ты сейчас, сломя голову, понесешься во Францию, тебя сразу повяжут. Теперь твой паспорт в базе Интерпола. Всех бы вас грохнул. Неважно, сколько лошадей. Главное, кто между рулем и сиденьем. Как он мог попасть во Францию? Скажи мне, как? Он жил в международном розыске, а? В любом деле найдется крыса, которая предаст. Алло, Мане. Говори. Мане мертв. Ты следующий.